Алтес лагерь, 28 апреля 2024 года. Мы уже до переезда Алтес лагерь. Цветут каштаны, по каштане на аллее. Он же до переезд. Там сейчас поезд будет, он сейчас на остановке стоял. Сейчас будет переезжать. Да, вот он поезд. На ветербок пошел. Воды переезд. Каштаны. Цветущие. Еще не все они расцвели в полную силу. Здесь же рядом КПП поисковой части 47-279. Тут пешеходы. Пешеходы нам не нужны. Велосипедисты проехали. И мы сейчас проедем. Вот КПП войсковой части 47-279, 50-346, 50-319. А 25-477. Каштанин аллея. Вот здесь было КПП. Шлагбаум тут был. И так на аэродром. Это люди сейчас с поезда сошли. Поезд пришел со стороны Берлина. С Берлина в Анжее. А здесь забор был. Вот виден фундамент забора. И здесь был шлагбаум. Здесь. За забором вот здесь вот забор. Там расположение войсковой части 42-030. Мы вчерашним днем тут были на территории войсковой части. Да, ЖД переезд с левой стороны. Там видно, что площадка, там парковочная площадка, остановка автобуса. Ну, поезд там останавливается. Вот каштаны снова. И мы немножко проедем туда, в сторону КПП войсковой части 47-280. Двадцать 8 апреля. Времени ближе к 12 подходит. Ну, без 15-12. На велосипед. Поехали. Направо по ЖД на Ютербок, налево Трейбриджен. ЖД переезд. Пересекли. Акации белые еще не цветут. Но тоже дело уже подходит к тому, что скоро будут цвести. Вот здесь был забор. И там дальше уже был. С правой стороны, вон там, где площадка парковочная. Был гаштет, здание гаштета у Марты. Ну и прямо как раз и есть КПП войсковой части 47-280. Перекресток налево на Ютербок. Извините, налево Троебрица, направо Ютербок. В этом здании
отель, ресторан. Каштан. В этом здании была библиотека, а ранее штаб войсковой части 47-280 и КПП. Жилой дом, первый этаж, мебельный магазин. На ютубе. На Трейбридж. Мы оттуда приехали, там же до переезд. До свидания.